наконец, настал выходной день. Вы приготовились дать себе заслуженный отдых, побыть наедине с собой. Но в последний момент друг просит вас помочь с невероятно важной презентацией, которую нужно подготовить к понедельнику. Вы невероятно устали, но вы не умеете отказывать. Что ж, настало время освоить это. Нет ничего хорошего в том, чтобы быть слишком услужливым. Поймите правильно, быть милым и заботливым важно. Лишь немногие из нас могут этим похвастаться. Но некоторые факты доказывают, что, проявляя излишнюю чуткость к людям, вы вредите себе. Первый из таких фактов – это ощущение ответственности за чувства окружающих. Скажем, друг поделился с вами проблемой. Он не попросил вас об этом, но вы уже думаете, как ее решить, просто потому что в глубине души чувствуете, что должны это сделать. Или, например, вы запросто можете бросить все дела, чтобы дать кому-то выплакаться в ваше плечо, а затем сделаете все возможное, чтобы успокоить этого человека. Конечно, после такого вы будете отличным другом. Но задумайтесь, почему вы так поступаете? Если быть честным с собой, то вы, скорее всего, должны сказать следующее. Благодаря помощи окружающим и присутствию рядом с ними, я чувствую себя нужным и важным. Если я перестану заботиться о других, то начну ощущать пустоту внутри себя и, возможно, собственную никчемность. Однако каждый человек сам отвечает за свои эмоции. Делать всех счастливыми – не ваша ответственность. Еще один знак того, что вы являетесь угодником окружающих – вы всегда ждете чужого одобрения. Не секрет, что все хотят быть любимыми. Это желание – часть человеческой натуры. Мы делаем все, чтобы другие нас оценили и приняли. Но порой это приводит к тому, что мы начинаем ценить мнение окружающих больше, чем на самом деле необходимо. Некоторые становятся настолько зависимы от одобрения других, что легко могут забыть о собственных мыслях, убеждениях и желаниях. Они начинают делать лишь то, что люди от них ждут. При этом они чрезвычайно боятся разочаровать своих партнеров, друзей, семью и коллег. Это вовсе не значит, что у таких людей нет собственного мнения. Просто страх быть отвергнутыми заставляет их скрывать его. Они молчат, соглашаются с другими или просто следуют за ними в надежде на признание. Давайте перейдем к следующему пункту, который предполагает, что вы стараетесь любой ценой избежать конфликтов. Немногие в восторге от ссор и скандалов. Согласны? Однако противостояние – это часть нашей жизни. Так мы лучше узнаем друг друга, расширяем кругозор, учимся понимать точку зрения других. Все зависит от того, как вы реагируете, когда понимаете, что вот-вот начнется ссора. Если вы боитесь, значит, вы не можете постоять за себя или отстоять собственные убеждения. Но зачастую, чтобы уйти от конфликта, вам приходится согласиться с точкой зрения, которую вы совсем не разделяете, или сделать то, чего вам вовсе не хочется. У вас уже возникал вопрос, почему вас окружают не те люди? Вполне возможно, это еще один признак того, что вы чрезмерно услужливы. Люди, которые стараются угодить всем, часто оказываются в нездоровых отношениях. Они продолжают водиться с друзьями, для которых делают все, ничего не получая взамен. Партнеры воспринимают таких людей как должное, а они не разрывают этот порочный круг. Такие люди помогают коллегам, которые их совсем не уважают и лишь достигают собственных целей за их счет. Иногда кажется, что хорошие люди – просто магнит для тех, кто пользуется их добротой. Эти люди – великолепные манипуляторы, которые точно знают, как достичь желаемого. Как правило, они пользуются вашей потребностью в признании или изображают жертву, чтобы вы сжалились над ними. Постоянные извинения – это еще один явный признак проблемы. Нет ничего страшного в том, чтобы извиниться перед кем-то, если вы действительно совершили что-то неприятное или поставили человека в неловкое положение. Однако некоторые извиняются, даже если абсолютно ни в чем не виноваты. Они винят себя практически за все, что могло пойти не так, при том, что объективно они совершенно не в состоянии повлиять на это. Они также берут на себя ответственность за чужие ошибки. Если это все про вас, тогда, возможно, вы вовсе не понимаете, что значит быть тактичным. Еще один тревожный знак того, что вы чрезмерно услужливы. Вы постоянно прячете собственные чувства. Вы не сможете выстроить доверительные отношения с людьми, если не будете высказываться, когда это необходимо, и говорить о том, что вас что-то задело. Отрицая собственную злость, грусть, смущение или разочарование, вы придаете отношениям с окружающими поверхностный характер. Конечно, обнажить свои чувства перед окружающими непросто. Вас, скорее всего, беспокоит их ответная реакция. Однако люди не в состоянии читать мысли, поэтому говорить о своих чувствах совершенно нормально. Продолжим об эмоциях.
Если вы чувствуете острое негодование после того, как согласились сделать что-то, полагаю, вам не просто отказывать другим людям. В действительности вы не желали оказывать эту услугу, а сделали это из чувства долга. Что же движет вами? Страх перед тем, что, сказав «нет», вы можете обидеть попросившего о помощи. Это здорово – быть внимательным к чувствам других. И, безусловно, стоит протягивать руку помощи нуждающимся. Однако усердные угодники вскоре могут перегореть и перестать контролировать ситуацию. Такие люди трудятся допоздна после рабочего дня лишь потому, что начальник попросил их сделать что-то, что наверняка не входит в их обязанности. А на следующий день они будут помогать другу с переездом, невзирая на недосып. А тем же вечером их попросят присмотреть за соседским малышом. И это всего лишь один из примеров того, как жизнь человека может вращаться вокруг потребностей других людей. Фух, откуда же у них берется время и энергия на все это? Ответ очевиден. Угождающие другим людям, как правило, занимаются этим в ущерб собственным потребностям и желаниям. И снова хочу подчеркнуть, насколько важно заботиться о других. Это, в конце концов, и делает нас людьми. Однако нужно помнить о себе. Я не призываю быть эгоистичными. Нужно уметь ставить собственные потребности на первый план, чтобы избежать эмоционального, а иногда и физического истощения. Если забота о других не оставляет вам времени для себя самого, значит, у вас большие трудности. Вы проанализировали все признаки и пришли к выводу, что относитесь к категории излишне услужливых? Без паники, есть много способов изменить все к лучшему. Первое, что вам нужно сделать – установить границы. Помните, что люди относятся к нам так, как мы им это позволяем. Границы дозволенного помешают другим пользоваться вами. Научитесь ценить ваше время, наберитесь храбрости, чтобы сказать «нет». Не позволяйте никому игнорировать ваши чувства и желания. Для того, чтобы преуспеть здесь, вам пригодится следующий совет. Работайте над самооценкой. Вас любят и ценят просто за то, что вы есть, а не за то, что вы думаете, говорите, делаете или благодаря мнению окружающих. Люди часто ищут одобрение у других, если их самооценка занижена или когда им кажется, что нужно поступить вопреки себе, чтобы заслужить любовь и внимание. К тому же низкая самооценка – это благодатная почва для страхов и неуверенности в себе. Пришло время что-то делать с ней. Займитесь тем, что способно сделать вас счастливее. Доставляйте себе удовольствие. Радуйтесь любому собственному достижению, даже самому незначительному. Мечтали записаться на танцы? Вперед, без лишних раздумий! И последнее, что стоит сделать – найти баланс. Будьте великодушны, но не позволяйте другим вами пользоваться. Будьте добры, но не поддавайтесь влиянию других. Будьте любимы, при этом не стремитесь сначала помочь другим. Помощь ближнему характеризует заботливого человека, так что не пытайтесь отказаться от нее целиком и полностью. Однако очень важно помнить о пределах. Вместо того, чтобы согласиться, не раздумывая, ищите компромисс в любой ситуации, чтобы он устроил все стороны. Слышали о взаимной выгоде? Например, друг хочет одолжить ваш автомобиль. Хорошо. Но тогда пусть заберет ваш заказ из химчистки, коль скоро он будет проезжать мимо в вашем авто. Понимаете? Это и есть взаимная выгода. А у вас есть другие рекомендации, которые могут помочь людям перестать быть чрезвычайно услужливыми? Поделитесь ими в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, отправьте его другу, подпишитесь на Эдми, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни.